Башкан Гагаузия является по должности членом правительства. И только Майя Санду позволила себе нарушать закон об особом правовом статусе. Человек, который является гарантом Конституции, человек, который является гарантом молдавского законодательства, который должен быть примером для всех граждан Республики Молдова, чтобы законы исполнялись, чтобы все слушали и выполняли то, что написано в законе. Если президент не выполняет закон, а что должен делать фермер? А что должен делать медик? Он смотрит, что президент, которого он избрал на выборах, он не исполняет законодательство. То есть я знаю, из-за чего это происходит. Я знаю, что госпожа Санду просто мстит гагаузу за то, что гагаузы ни в 16-м, ни в 20-м, ни в 21-м не голосовали за нее, не голосовали за ее партию. Вот эта мелкая месть, она недостойна лидера. Вернее, таких людей даже нельзя назвать лидером. Потому что, когда тебя избирают на должность президента, ты должен быть президентом для всех. Для молдаван, для русских, для гагаузов, для всех, для украинцев, для всех, кто проживает. Нравятся они тебе, не нравятся. Голосовали на тебя, не голосовали. И ты в первую очередь должен быть образцом. Ты должен быть лицом этой страны. Не только для внешних партнеров, но и для тех людей, которыми ты управляешь, которые тебе доверили, которые возложили на тебя эту надежду. Поэтому то, что сейчас делает она и делает правящая партия, это, конечно, вызывает очень большое возмущение и очень большое недовольство и со стороны жителей гагаузской автономии. Это плохой пример. Это плохой пример, который не должен быть в нашей стране. Но это появился вот такой прецедент. Понятно, что жители и автономии, и других регионов нашей страны свое мнение скажут по этому поводу на выборах президента и на парламентских выборах. Но это пример, который в дальнейшем ни в коем случае не должен повторяться. Мне стыдно за президента Майю Санду. Мне стыдно за то, что она вот так управляет и выбирает людей, и делит людей на своих и на чужих.